Привет, дорогие друзья, канал Дубровский Хвост. Такой пишу сейчас бложек, получается, ночью. Видите, у меня сзади сушильная машина работает неспроста. Я сейчас активно готовлюсь к походу. Думал, что у меня времени много, но на самом деле из-за погодных условий, которые, ну, как по крайней мере, предсказываются метеослужбами, что сейчас будет немножечко похолодать, немножечко, то есть мне уже не 35, будет где-то 20 с чем-то до 30, а потом опять жара вернется. Но при этом между этими жара вернется и сегодня дожди. Ну, дожди, я так понимаю, будут весь месяц периодически, поэтому... А мне нужно до середины месяца выйти в поход, иначе потом у меня будут свои дела, и я уже не смогу пойти. Поэтому, ну вот, спешу уже. Теперь уже я реально спешу, немножко уже паникую. И вот уже заготавливаю себе сухую еду. Да, я буду ходить через населенки, даже цель, главное, там, в один населенный пункт прийти. Вот, но все равно надо быть, чтобы у меня несколько пакетов на несколько дней было готовых еды. Мало ли там, что там, как по ситуации получится. Вот. И сейчас я проиллюстрирую, что я готовлю. В принципе, я заготавливаюсь, хотя хочу, чтобы у меня один из блюд был борщом, ну а с остальным блюдом заправка я готовлю. То есть мясо вот в сковороде, слегка поджаренное, слегка подсушенное на сковородке, сейчас будет сушиться в сушилке. Вот, и там же овощи, и еще помидоры будут сушиться, но это уже, это буквально 2-3 дня, это займет как минимум. Ну, я думаю, 3 дня где-то, да. Около того. И буду, наверное, уже что-то делать. Вот сейчас гамаком надо порешать. В общем, я сейчас в основном активно готовлюсь. Не знаю, как выбраться. Наснимал немножко видео, так, чтобы кидать что-нибудь на канал. Вот. Но сегодня как не доберусь до монтажа. Но надеюсь, что за эти пару дней это будет как раз пока что-нибудь сушиться, и я успею смонтировать. Плюс еще домашние дела. Ну, вот такое. Смотрите, что я сейчас тут чудил. Готовлю сухобольш, как Чакин делал. Вот. Отваренный бурячок уже. Две штучки. Вложен, порезан. Сейчас поджариваем лучок, который тоже будет сушиться. Такой лук мне напоминает кучку червей. Это ясновельможному на, ну, на двое суток, с учетом того, что мы выезжать будем, он позавтракает плотно. Получается на день и еще вот завтрак.